от кого вам вот этот подарок? Там написано. А надо готовить. Ты умеешь читать? Да. Почитай, что написано. Нет, нет. Это? Да. А. Я тебе подскажу. Это А, правильно. Написано Саратовская ГЭС. 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 Вот да. Вам подарок ГЭС. От ГЭС. В семье Капналиных двое ребятишек, один из которых особенный, поэтому их маме была необходима мультиварка, чтобы больше времени она могла уделять воспитанию детей. Мечту мамочки осуществила Саратовская ГЭС в рамках благотворительной программы. В этот день 24 семьи получили в подарок электробытовую технику. Одинцова Людмила Викторовна, директор Саратовской ГЭС, шлет вам самые добрые, искренние пожелания здоровья вашим деткам и вам, вашей семье. В семье Матвеевых двое детей. У старшего Егора детский церебральный паралич. Передвигаться он может только на инвалидной коляске. И хотя мальчику нельзя есть много хлеба, Егор его очень любит, особенно хрустящую корочку. Теперь Матвеевы всей семьей будут печь хлеб и булочки на радость мальчуганам. Благодарим Людмилу Викторовну за подарок директора ГЭС, за выделение хлебопечки от Матвеева Егора и от Матвеева Ивана, ну, за такой подарок хороший. Будем пользоваться, готовить булочки, хлеб. А семья Акишиных нуждалась в увлажнителе воздуха. Дом, в котором проживает многодетная семья, ветхий, поэтому важно создавать здоровые, комфортные условия для профилактики простудных заболеваний. Дышать нечем. И вот мы летом вешаем либо полотенце мокрое, что-нибудь, ведра ставим, чтобы хоть как-то увлажнять. Поэтому это прям здорово. Огромную благодарность за помощь, потому что очень необходимы некоторые вещи, к сожалению, не можем приобрести. И вы нам помогаете и очень спасаете нас этим. Спасибо большое. Мультиварки, пылесосы, увлажнители воздуха, хлебопечи, электромясорубки, водонагреватели, телевизоры. За все время реализации акции около 450 семей получили адресную помощь от Саратовской ГЭС. Росгидро, филиалом которой является Саратовская ГЭС, это очень неравнодушная компания, поэтому оказывает помощь семьям с детьми-инвалидами уже на протяжении многих лет. При этом тесное сотрудничество с работниками социальной поддержки, общества инвалидов, для того, чтобы помощь была именно помощью. В Балакове проживает более 460 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Акция по оказанию адресной помощи семьям с особыми детьми проходит совместно с местным отделением общества инвалидов при участии специалистов Управления социальной поддержки населения и Центра «Семья». Специалисты социальных организаций определяют семьи, которым действительно необходима помощь. Ведь известно, что в семьях, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, зачастую средств хватает лишь на самые необходимые. Некоторым нужен даже не один, а два подарка иногда. Мы очень благодарны Саратовской ГЭС за такую акцию, которая проводится уже много лет. И наши родители, которые приходят к нам, всегда только положительно отзываются об этой акции. Адресная помощь – только часть многолетней системной поддержки людей с ограниченными возможностями. На протяжении 12 лет коллектив предприятия не только вручает необходимые подарки, но и помогает в организации праздника для особенных ребят накануне Дня защиты детей. Является спонсором традиционного фестиваля «Снежинка», приуроченного к Международному дню инвалида, а также поддерживает социальные проекты по реабилитации и адаптации не только детей-инвалидов, но и взрослых людей с ограниченными возможностями.